Мы в эфире. Ну, давайте, пацаны, всем привет, нас Паша. Мы тут в Реквием долбимся. Сокатан. Да. А прошлый... Ой, я умер, как это? А чё, ты помер, что ли? Чё-то, по-моему, я помер быстрее, чем один, когда был. Скай, классный ты хил, если чё. Мне кажется, мы в слизь наступили. Да, жидкость нас дамажит, лол. Вот этого долбим. Давайте. Лучше всем долбить одного, так будет быстрее. Ну или хотя бы, чтобы он нам погоду не портил. Во, найс, босса, думаю, пройдем. Да. Найс, пошло, пошло. Добро и позитив, давайте. Так, кто у нас рулит, батя, ты, да? Я рулю, батя. Что, что нужно сделать? Да что-то мне вообще ни один из сундуков не попадает. Сейчас настрою. Короче, давайте, может, забыл, на этот раз налево пойдем, для разнообразия. А мы если вообще туда не знаем, что там. Давай лучше направо сгоняем. Ну, значит, давайте направо тогда. Так, ну, Скайфокус, жди, ебать. Наша очередь сейчас будет. В стиле Принца Перси. На. Чего? Куда Скайфокус пошел? Нахуй. Посмотреть, что там внизу. Подождем Скайфокса. Смотри, сейчас Скайфокс не допрыгнет. Вот соточку даю. Смотрите. У меня он вообще как будто бежит куда-то. Он у меня бежит, но сейчас. О! Перепрыгивайте. Если не допрыгнете, ничего страшного. Внизу дно есть. Если не допрыгнете, то ничего страшного. Внизу есть дно. Вы будете дно. Давай, Скайфокс, прицеливайся. О! Да. Нам сейчас в эту дверь. Ну и? Чё, ну и? Лоу. Там же... Нужно, чтобы один кто-то юзанул, или не? Чё мы с тобой делали-то? Да, просто открыть дверь, потому что у меня что-то не... то появляется, то нет. Да потому что вы все пытаетесь её юзануть, пускай один кто-нибудь юзанёт её. А вы куда прыгаете? Нам вообще сюда. Ну, похуй, главное, чтобы вы... Не! Упали, как я, блядь! Пизду. Главное, такой больше всех пиздел и упал. Ну что, готовьте очко. Ебать. Сейчас мы чистим мобов. И в конце Толян активирует нам босс. Да, ребят, сейчас перед... Сейчас перед мобом... Ой, перед боссом, да. Надо бы... У кого напротив жизни красный пламенный значок горит, такой зарядный демон? У кого? У меня. Да? Еще у кого? У меня. Броневик у тебя? У тебя что? Броневик. Ну, должен быть, скорее всего. Не знаю. Ну, у тебя вот где жизнь, и там справа... Жизнь свою, видишь? Не в пати, не в пати. Вижу, горит, да? Огонек горит, да. Все, найс. Ну, у всех горит. Нет, ты, главное, самого монстра на панель поставь. Да, есть и... Скилли, возможно, не будет. Понеслась, ёпка! Похоже на... Ребята, меня ща выебут. Прям в очку. Я отхожу. Он за мной идет. Если я умру, вы все равно продолжите сражаться, поэтому... Ебите, ебите. Продолжайте сражаться. Вот тут вот мы не были. Мы с Толяном на боссе огребли вдвоем. Аккуратнее сейчас прыгайте. Очень аккуратно. Вот прям пиздец. Я понял, это мы вернулись. Это мы вернулись. Так вы все, блядь, куда-то в эту прыгнули, блядь. Как что выйти? Я упал в яму. Я там убил его. Да, там где-то проход. Проход дальше по этой, по распределялке, да. Третьем значке, когда... Ебать, чё это за... Чё за сперма тут летает, а? Так, осторожно. Чё, улетел, что ли? Да. Сейчас прыгаю вниз. Давай. Тут тоже дно есть. Чего не мог? Все решили вот вниз, да? Командная игра. Да. Не бросают друзей, видишь, какие хорошие ребята. Джет Хоук вообще, блядь, не туда побежал. Ну, может, мне нравится здесь. Ну, игра атмосферная, да, почему бы и не вообразить. Блин, я еще ниже упал! Чёрт! Еще ниже? Я какой-то чёрный херня. Садимся. Это не то. Это кусочек залупы. В сытном соусе. Давай, капитан, про
Что-то было про сестру смешное, но я пропустил. Он говорит, давай открывай, я говорю, я сейчас твою сестру открою. Ха-х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 а-
Ваня, блядь! Я тоже слышал, Ваня. Во, Ваня! Занимайте места согласно купленным билетам. Ну чё, Толян, иди откубуривай. Дети готовы! Давайте, пацаны, вставайте. Ну давай, ай, кэптен. Е-е, ща, ну все равно она будет на танке сейчас агриться, поэтому меня будет хитить, если что. Все, понеслась, блядь. Епи, король. О, не сразу становится готовым. Разъем в эти говно. Он сейчас переключился на другого. Давайте, камон. Бегай вокруг, бегай кругами. Разъебали почти. Все, найс, пацаны. Так, вот штаны мне не нужны, кто-то штаны хотел. Смотрим. Че, уже упали? А. Аккуратнее, пацаны! Понятно. Тут у нас все. Да, нужно было пробить. Сообщество кривоногих. Опять эти засунные, блять, комнаты. Угу, зеленые сферы. Ну ты прыгай. За меня и за мою очку. С радостью. Это как этот цирк уехал, звон остался. Ебало, блять. О, ребят, то чувство, то что сейчас нас в очко выебут и... Что-то необычное, да? Да, что-то светлое, магическое. Я, наверное, все-таки тут буду наставить на том, чтобы ты сладкий одел щит здесь. Ты уверен? Да. Ладно, солнышко мое. Погодите, давайте пока зачистим. Солнышко мое. Зачистим давайте, а там разберемся. Да, мы тоже налево. Мы как и ты налево ходим часто, а? За. Готов, улетел в подлюка. Забегал. Да мне кажется, они не столько и дамажат, много уж. Мне тоже кажется, что демоны не особо сильно. По крайней мере, наши не прокачанные козлы. И... О, лол, он сзади нас. Чего, красавица какая. Я лучше монстром стану, потому что я танк. Давай, подъем яйцами. О. Бегай. Ты супер разъебил. Так, чтобы не рачком. Тухлячком. Давай, яйцами, подъем ХП. Опа, яйцами себя вылечил. Охуенно. Все. Ух, нихуя себе, вот это вот, пожалуйста, залупу желтую. Слушай. 35, 74, 60. Вот это вот. Способ хоть лучше оставьте мне. Да, и или мне гандраву дайте, пожалуйста. Мне достался Giant X. Охуенно. А насколько он пизже моей старой дрочилки? Ну, пизже. Эскиптер. А, это волшебная палочка. Ребят, знаете, на что это похоже? Это похоже, блядь, на шаверму. Или что это? Когда наматывают, блядь, ее на палочку. Чупа-чупс обгрызенный, тухлый, блядь. Да, это обгрызенный чупа-чупс. Сгнившая сахарная ватка. Да, сейчас мы до самолета. Ты его вертолетом называешь, да? Да. Окей. Правда, выглядит как самолет, не как вертолет. Нам сейчас куда? За Толяном давайте, кто там от нас. Вот и Перл-Харбор, самое время сбрасывать говно. Я вижу трех чуваков позади себя. Я то же самое. Короче, каждый видит сзади себя троих притык. Да.